месяцу. 22-летний водитель иномарки физически в аварии не пострадал. Испытал сильное моральное потрясение. К медикам обращаться не стал. А вот водителю «Лады» вызвали скорую помощь. Просто голову ударил сразу. Молодой человек рассказал, ехал в среднем ряду. Иномарка двигалась справа, когда ее водитель потерял контроль над автомобилем. Нас лягся, занесло, задницу принесло. Мост и резина хреновая. Я просто ехал по средней полосе, его занесло, и он мне плачил. Митсубиси занесло, иномарка ударила «Ладу» в правое заднее крыло и вылетела с дороги в сторону трамвайных путей. Вскоре, не дожидаясь автоинспекторов, водитель вернул машину на дорогу. «Ладу» уже после удара развернула на 90 градусов. Она остановилась поперек проезжей части. Участники аварии остались на месте дожидаться автоинспекторов. Помощь водителю «Лады» врачи оказали на месте. От госпитализации он отказался. Юлия Гоглева, Наиля Абдуллин, вызов 112.